Всем привет! На моем канале уже один раз выходило короткое видео, как приготовить отличную зимнюю прикормку из гречки. Но меня попросили сделать видео с пояснениями более подробно, поэтому сейчас я этим и займусь. На самом деле все очень просто и быстро. Нагреваем сковороду и засыпаем в нее нужное количество гречки. После этого, постоянно помешивая, немного ее прокаливаем. В этот раз я много готовить не буду, так как у нас на улице 40 градусов минус, поэтому пока что не до рыбалки, очень сильно холодно. Я лишь вам показываю, как это все готовится. Когда зернышки начали потрескивать и стали такими темно-коричневыми, можно сказать, гречка готова. Как видите, зернышки начали раскрываться и стали такими темноватыми. Переходим к следующему этапу. Вот видите, практически все раскрылись. Теперь эти зерна нужно остудить. Пересыпал в стеклянную емкость, немного все остыло. Продолжаем. Дальше нам потребуется либо блендер, либо кофемолка, либо обычная мясорубка. В общем, надо вот эти зерна перемолоть. Засыпаем и размельчаем. Кстати, сюда также можно добавить немного соли. Больше никаких добавок, никаких усилителей там вкуса, ничего делать не надо. Только соль и гречка. Сильно в муку перемалывать зерна не надо. Немного с них сбили чешую. То есть вот так вот буквально там несколько минуточек покрутили и готово. Теперь пересыпаем это все дело в емкость какую-нибудь. Вот такая вот кашица у меня получилась. И потихоньку добавляем кипяточку. Немного добавили и перемешиваем. В общем, нам надо это все дело сейчас запарить. Примерно вот такая вот густота должна получиться. Теперь все это дело оставляем, чтобы настоялось. Прикормка из гречки через несколько минут будет готова. Кстати, такая каша понравится не только рыбе, но если вы будете очень сильно голодные, вы также ее сможете съесть. Она полностью сейчас там разварится и будет как каша. Рыбе такая прикормка, особенно зимой, очень нравится. Итак, прошло около 10 минут, гречка настоялась, прикормка готова. Очень отлично с нее лепятся шары. Делаете заранее шарики, можно даже дома. Потом на рыбалке закидываете их в лунку. Крупная фракция оседает на дно, а мелкая, то что мы размельчили, будет создавать облако мути, тем самым привлекая рыбу. Рецепт очень-очень простой, как вы убедились, очень эффективный. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке.